Детская делегация Шелеховского района завершила свое пребывание в Японии и вернулась на родину. За почти неделю в городе-побратиме Номи дети познакомились с японскими традициями и обычаями. Попробовали настоящую японскую кухню. Посмотрели один из самых красивых садов в Японии – Кенрокоэн и замок Канадзава. Попробовали сами расписывать керамику кутани, делать украшения из сусального золота и стрелять из лука по-японски. Побывали в детском саду двух школ. В школах и институте, а самое главное, приобрели новых друзей, как завещал основатель нашей дружбы Мори Сигеки. Мое первое впечатление было, какой японцы приветливый народ. То есть мы вышли из самолета, они сразу же нас встречали и сразу же улыбались. Нам это очень понравилось, но в России такое не часто увидишь. Люди гораздо приветливее, все чисто, все по культуре, все цивилизованнее, чем у нас. Кстати, делегация этого года была первой, кто побывал в перестроенном доме семьи Мори и попробовал новую горячую ванну для ног у них в саду. И, конечно же, дети по традиции отдали дань уважения великому миротворцу, поклонившись домашнему алтарю и могиле семьи Мори. Новым, но на самом деле хорошо забытым старым было в этот раз посещение школы начальной ступени. Такие визиты были во времена города Неагари, но после образования города Номи долгое время детские делегации посещали только школы средней ступени. В классах школьники двух стран вместе много общались, играли в японские и российские игры и даже вместе ели школьные обеды. Все очень понравилось, было очень интересно окунуться в чужую культуру, в чужие традиции. Это незабываемое впечатление, это на всю жизнь. Мне очень понравилось. Мне все очень понравилось, мы смогли окунуться в атмосферу страны, в ее традиции. Также пообщались со школьниками, со своими сверстниками, побывали в своей семье. И теперь мы ждем японцев к нам. На прощальном вечере в центре общения и учебы «Сарай» все участники заявили, что у них теперь есть новая мечта – побывать в Японии еще раз. Эта мечта наверняка осуществится, ведь дружба между нашими городами растет с каждой новой делегацией.